Готовим песочное тесто. Здесь у меня мука 250 граммов и холодное сливочное масло. Добавляю сюда столовую ложку сахарной пудры. Начинаем взбивать. Одно яйцо и немного ванильного экстракта. Один желток и очень-очень холодная вода. Знаете, почему так мало времени ушло на приготовление теста? Потому что у меня есть кухонная машина Redmond. Это не одна машина, это 4 кухонных прибора. Температура 190 градусов. А мы пока занимаемся приготовлением начинки. 125 граммов сахара, 115 граммов сливочного масла, 3 яйца, сок целого лимона, цедра лимона и столовая ложка амаретто. Добавляю лавандовый мед. Мед от компании «Фиолетовый сон». 300 граммов кедровых орехов соединю с этим кремом. Температура все та же, еще минут на 30. Кусочек такого тарта и чашка чая. И уже день дался.